Всех приветствую на своих Яндекс, Рутуб и Ютуб каналах. Пятница, 6 вечера на часах. И сегодня я объявляю о начале продажи рассады томатов в сезоне 2022. Продаются томаты черри 6.7F1 и засолочное чудо. Ссылка на Авито находится в описании под видео, на первом месте. В прошлом году 7 корней пуд томатов было огромное количество. Объелись так, что до сих пор не хочется. Томаты двух этих сортов низкорослые, от 50 до 80 сантиметров. Урожайные, очень сочные и вкусные плоды. Их удобно кушать, делать из них соленья, маринады и прочие заготовки. Эти помидорки просто изумительны для закуски под запотевшую водочку. Томаты сортов 6.7F1 и засолочное чудо прекрасно подходят для роста в открытом грунте, даже в условиях нашего не очень теплого Ярославля. Более того, в открытом грунте урожайность выше, чем в теплице. Рассада на настоящий момент полностью готова к высадке на ПМЖ на грядку. Купили, поехали на дачу и посадили. Всем настоятельно рекомендую к приобретению. Цена одного саженца составляет 100 рублей. Да, цена не самая дешевая, но поверьте мне, через 2 недели уже все будет раскуплено. В прошлом году мне многие говорили, что за такую цену покупать не будут, а потом, когда созрели, рассада была уже вся распродана. Так что не теряйте времени, переходите по ссылке на Авито в описании под видео и заказывайте рассаду сортов 6.7F1 и засолочное чудо. Подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, всем пока! И удачи!